800 килогерц в диапазоне коротких волн 22 метра. Каждую субботу с 16:30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу. Россия, город Воронеж, индекс 394-036. Абонентский ящик 585. Голос Анд. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи. Программа Русского христианского радио из архива проповедей Ярла Николаевича Пейски. В заключение вы услышите передачу «Вечная истина. Изучение Библии книга за книгой». Ведущий пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, я желаю вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. Дорогие друзья, в эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Васильевна. В сегодняшней передаче слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея. А ты будешь? Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейски «Кто такие христиане?». Только спустя два десятка лет, после того, как образовалась Первоапостольская церковь, последователи Христа начали называть христианами. Это произошло, когда образовалась первая община верующих из обращенных язычников в городе Антиохия. Жители этого языческого города стали называть уверовавших. Таким образом, это прозвище закрепилось и с тех пор последователи защищается названием «Христианин». До этого между собой они называли друг друга или «Христианин». Иначе говоря, мир прозвал их людьми Христовыми. А это говорит нам о том, что проживающие в Антиохии заметили в этом только что образовавшемся обществе что-то совершенно новое, необычное, и начали называть их людьми Христовыми, так как они всегда говорили о Христе, пели о Христе и для Христа жили. Кто они такие, эти христиане? К сожалению, со временем слово «христианин» или «христианство» потеряло свое первоначальное значение. Или порой спросить человека, христианин ли он, и в ответ только спросить подмещенный ответ.
Thank you.